Классный эмоциональный матч сегодня получился. Пару слов о нем. Да, хороший матч, много голов забили, хорошо, но надо убирать свои ошибки. Даем сопернику почувствовать игру временами. Даем ему вернуться в игру, могли играть намного лучше. Как себя чувствуете на льду, потому что многое время пропустили сейчас? Вы после травмы восстановились и снова вернулись в команду. Какие эмоции, впечатления? Эмоции замечательные, очень приятно опять вернуться, быть на льду, получать удовольствие от игры, от любимой игры, помогать команде. Надеюсь, будем двигаться вперед и выигрывать больше игр. Сегодня уверен, вроде по счету выигрывали 3-1, вот именно уже повторюсь, но все-таки что стало ключевым, почему трактор смог забить именно в концовке второго периода? Как я уже сказал, допускаем невынужденные ошибки и даем сопернику вернуться в игру. Надо продолжать играть все 60 минут одинаково, как мы начинаем и заканчиваем игры. Что-то развивалки перед третьим периодом обсуждали, что надо выйти заряженным, потому что сегодня арена очень здорово помогала команде. Да, конечно, обсуждали, что нельзя так давать сопернику опять возвращаться в игру. И хорошо, что на третий период вышли собранные и смогли добыть результат. И болельщикам, конечно, спасибо, они всегда нас поддерживают и дают дополнительные эмоции. Небольшой такую мы веселую вещь сделали, как дерби шаров. Может быть, как-то в команде шутили, обсуждали, что у них шаров есть, у нас шаров. Сегодня наш шаров набрал гол плюс 3 передачи. Да, сегодня Шарик молодец и помог нам выиграть.